Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Лилия Донскова. Я партнер компании Siberion Wellness в ранге бизнес-профи. В этом видео покажу преимущества и выгоды маркетинга компании и немножечко о компании. Компания 27-й год работает на мировом рынке, родом из Сибири. 65 стран уже охвачены компанией, где есть официальное представительство компании. Компания работает как офлайн, так и онлайн. Есть интернет-магазины, очень много онлайн, офлайн магазинов. Компания полного цикла, то есть разработка, производство и продвижение продукции – все в рамках одной компании. Никаких посредников. Глобальное производство в цифрах вы видите сами на слайдах. У компании эко-подход, то, что меня привлекло, потому что мне откликается все, что экологично, заботой о природе, о животных. И присоединившись к компании, вы можете выбирать, кем быть, бизнес-партнером или привилегированным клиентом. Давайте посмотрим, какие выгоды есть тут и там, какие плюсы. Первое. Привилегированный клиент. Регистрация бесплатная. То есть вы можете оформить себе просто карту клиента и пользоваться этой картой, получая дополнительно кэшбэк. В компании нет скидок. Есть только кэшбэк, который возвращается в зависимости от суммы покупки. Давайте посмотрим, сколько. Например, 30 баллов – это 1100-1200 рублей. 5% вам вернется на ваш счет. 10% возвращается, если заказ более 50 баллов, то есть примерно 2000 рублей. И 15% возвращается, если заказ от 100 баллов и выше, примерно 3800-4000. Стоимость балла – 38-40 рублей. Если вы, как привилегированный клиент, в течение 6 месяцев делаете покупочки на 50 баллов и выше каждый месяц, то на 7 месяц вы, как участник клуба постоянства, выбираете себе любой подарок суммой до 5500. Это может быть аромат, дорогой крем или витаминный бокс. Смотрите. Откуда взялись эти расчеты? Я взяла для примера зубную пасту. Она стоит 280 рублей, здесь в уголочке 7 баллов. И мы смотрим, 280 разделили на 7, получилось 40 рублей. Но вы знаете, вы сами можете посмотреть на сайте продукцию, поделить. Где-то будет чуть меньше, где-то чуть больше, ну, 1-2 рубля. При расчете дохода 1 балл считается 15 рублей. Я вам чуть позже покажу эту формулу. Итак. Вы, например, стали привилегированным клиентом, и вам все понравилось, и вы уже хотите развивать бизнес с компанией. Ничего сложного в этом нет, вы можете легко перейти в бизнес-партнера, если в течение месяца выполните личный заказ суммарно на 200 баллов. Тогда у вас появится специальная строчка «Перейти в бизнес-партнера», вы на нее нажимаете, ставите галочку о переходе, и в этом же месяце, даже на следующий день уже статус поменяется, и кэшбэк будет пересчитан на 25%, потому что у бизнес-партнера кэшбэк 25%. И есть такой нюанс. Например, вы партнер, но не сделали заказ на 100 баллов в течение месяца, вас переведут в клиенты. И, соответственно, если клиент, то можно, вы стали клиентом, но потом хотите вернуться в бизнес-партнера, делаете 200 баллов и возвращаетесь в категорию бизнес-партнер. Это выгодно, это классно. Сейчас расскажу на примерах еще, как у партнера считается кэшбэк. Смотрите, со 100 баллов 25% от суммы заказа. А если заказ менее 100 баллов, то вас переведут в клиенты, и кэшбэк уже будет рассчитан от 30 до 49 баллов – это 5%, а от 50 до 99 баллов начислится 10%. Немножечко заговариваюсь. Итак, давайте посмотрим, какие же преимущества быть бизнес-партнером. Итак, первое. Регистрация 250 рублей, если вы сразу как бизнес-партнер. А если вы переходите из клиентов в бизнес-партнера, то оплата не взимается. Личный товарооборот минимум 100 баллов. Это 3800 рублей или 4000. И так как возвращается на следующий день 25%, а это 1000 рублей, то по сути личный товарооборот минимальный 3000 рублей получается. Расчетный период идет ровно календарный месяц с 1 числа до последнего. И это еще не все. Маркетинг-план, он такой
насыщенный, я насчитала более 9 видов дохода, но сегодня мы поговорим именно про 9 видов дохода. И какие это именно? Кэшбэк – это доход, доход с личных клиентов, клуб 200, клуб 1000, ну это как бы клуб 200, он один раз только можно его пройти, а вот в клуб 1000 вы можете быть тоже участником на постоянной основе. Вы можете получать бонус наставника, доход со структуры зависит от ранга, дополнительные премии, есть премии по быстрому старту и есть премии за новые звания, автобонус, программа путешествий. Смотрите, все считается отдельно и суммируется. Запомните эту фразу, это очень важно. Итак, давайте посмотрим. Первый вид дохода – кэшбэк. Мы уже посмотрели, что это 25%, если вы делаете заказ на 100 баллов. Сколько это будет? 4000 заказ, кэшбэк вернется 1000 рублей, итого ЛТО 3000 рублей. Важно заметить, что вы можете оплачивать свои заказы до 90% суммы начисленным кэшбэком. Например, вам начислили кэшбэк 10 тысяч. Ну, сделали большой заказ. И вы делаете заказ тоже на 10 тысяч. Так вот, 9 тысяч вы можете списать с начисленного кэшбэка и всего 1000 рублей доплатить со своей карты. Понимаете, да? Или вам начислили 1000 рублей, вы делаете заказ на 2, на 3 тысячи, вы полностью можете списать 1000 рублей в счет оплаты заказа. А начислять кэшбэк вам будут с полной суммы, на которую вы делаете заказ. То есть сделали первый раз на 4 тысячи, на следующий день вернулась вам 1000. Вы опять делаете заказ на 4 тысячи, чтобы в сумме получилось 200 баллов, потому что это выгоднее, я вам сейчас об этом расскажу. И вам снова возвращается 1000 рублей. Представляете, как удобно? Так, поехали посмотрим. Если у вас, вы как клиент делаете заказы, например, 4000, мы уже рассмотрели, это 1000 рублей возвращается. Если вы делаете заказ на 6000, то вам возвращается 1500 рублей. Если ваш заказ 8000, это как раз 200 баллов, вам вернется 2000 рублей. Кстати, почему я об этом говорю? В разные регионы разные способы доставки. И есть варианты, когда... Например, доставка бесплатная от 4500, где-то от 3, где-то от 6, а где-то в самых отдаленных регионах бесплатная доставка заказа прямо до двери от 8000 рублей. То есть вы смотрите, как вам выгоднее сделать. Например, у вас стоит 4500 бесплатная доставка, поэтому вам выгоднее сделать на 4500. Вам и кэшбэк сразу 25% вернется, и бесплатная доставка, то что тоже огромный плюс. Вариантов доставки очень много. Вам ваш наставник подскажет, как это посмотреть и выяснить, как именно у вас какая ситуация. Следующий вид дохода – это доход с клиентов привилегированных. Например, вы своей подруге или знакомой предлагаете оформить карту клиента. Она регистрируется по вашей реферальной ссылке, делает покупки в личном кабинете, получает продукцию, пользуется, оздоравливается. Что получаете вы? Смотрите, всего 25% – это максимальный кэшбэк у партнера. Соответственно, если клиент делает 30 баллов, до 30 баллов, то он не получает кэшбэк, а вы получаете полный кэшбэк 25% заказа клиента. То есть он сделал, например, на 1000 рублей, чуть-чуть не дотянул до 30 баллов, вы получите 250 рублей. Представляете? Если клиент делает 30 баллов, то вы получаете 20%, то есть разницу ему 5, от 25 отнимаем 5, вам 20. Если клиент делает 50, то вам 15, а клиенту 10. Если он делает 100, то вам 10%, ему 15. Ну, например, 10 клиентов оформляют заказы до 30 баллов, то есть не получают кэшбэк. Примерно, да, получается заказ на 10 тысяч рублей. Клиент не получает, вы получаете 2500. Математика простая. Еще раз посмотрите. 10 человек сделали небольшие покупки в сумме на 10 тысяч рублей, но никто не сделал на 30 баллов. Вы получаете полный кэшбэк 2500 рублей с этой суммы. Вот такая математика.
Давайте еще примеры посмотрим, чтобы более наглядно и более крупно. Например, клиент получает вот такие проценты, вы получаете разницу 20, 15, 10. Ну, соответственно, да, вот эти мы смотрим линии. Доход рассчитывается как процент от суммы заказа. А если заказ вы проводите через свой номер, то есть, например, человек не регистрируется, а вы проводите заказ, то есть вы можете дать номер своей карты, свой регистрационный номер. Человек может делать покупку в любом магазине Siberian Wellness, указав ваш номер карты. Вам придет полный кэшбэк и будут начислены баллы. И вот, кстати, обратите внимание, вы получаете кэшбэк с покупок клиента. А ведь там же еще и баллы есть. Эти баллы все суммируются и идут в общий групповой товарооборот. И вы второй раз с этих баллов тоже будете получать деньги. Об этом чуть позже поговорим. Просто стараюсь вам все разжевать. Я понимаю, что эти цифры да, сложные, но они все равно будут понятными. Давайте поговорим еще про выгоды клиентов. Почему люди возвращаются за покупками? Во-первых, продукт нужный, он актуальный, витамины, минералы. Все, есть вкусные продукты, как мармелад, батончики, коктейли, чаи очень вкусные и полезные. Продукция все становится более и более популярной, потому что люди стараются выбрать витамины, такие, которые будут и по цене, не слишком завышенные, и по качеству проверенные с хорошими отзывами. И здесь в Siberian Wellness все это есть. Итак, клиенты получают кэшбэк. Давайте посмотрим, сколько. С 30 баллов 60 рублей, с 50 баллов 200, со 100 баллов 600 рублей. Уже приятно, да? И если 6 месяцев подряд делает 50 баллов, то есть заказ каждый месяц на 2000 рублей покупочку, то получает еще подарок на сумму 5500. Давайте посмотрим, а что на самом деле получит клиент. Смотрите, например, делает всегда 50 баллов, чтобы быть в клубе постоянства. И это выгода 2400 рублей. Представляете? 2400 рублей. И за год он получит два подарка с суммой на 11 тысяч рублей максимальная сумма. То есть итого в течение года, если ваш клиент да, все время в клубе постоянства, то есть делает на протяжении 12 месяцев заказы на 50 баллов, то он получит выгоды в виде кэшбэка и подарков на 13 400 рублей, а сумма заказа всего 24 тысячи. То есть половина его суммы ему вернется подарками, даже более половины, в виде кэшбэков и продуктов. Я в восторге просто. Это настолько классно для клиентов, кто не хочет быть партнером, кто хочет просто оздоравливаться, брать для себя продукты. Они же действительно быстро заканчиваются. Коробка витаминов в течение месяца пропили, надо следующую покупать. Можно брать разные витамины. Кто-то хочет один месяц пропить для мозгов, второй месяц для зрения, третий для волос, потом, например, для суставов, программу для сердца, для поддержания сердца и так далее. Здесь очень много программ. А может быть, кто-то хочет отстранить, тогда он да, глюкобокс будет пить. Есть также возможность брать любые продукты потом в подарок. Так. Что получаете вы? Какой кэшбэк за заказы клиента? Давайте смотреть. Если заказ клиента 2580 рублей, это 64 балла, клиент получит 258 рублей, вы получите 387. Если клиент не зарегистрируется, а сделает заказ по вашей карте, то вы получите полный кэшбэк 645 рублей. То есть вот эта сумма, она уже здесь в этом случае делится, если клиент регистрируется. Если просто делает покупку по вашей карте, кстати, это моя карта, как раз номер моей карты, то вы получаете полный кэшбэк и баллы. Сейчас точно понятно? Если непонятно, просто еще раз глазками пробежите по этим строчкам. Давайте еще раз посчитаем. У вас 10 привилегированных клиентов. Каждый делает заказы на 64 балла. Ваш кэшбэк 15% с каждого, 387 рублей. И получается, вы заработаете 3870 рублей. И ваши клиенты тоже получат свои денежки и впоследствии подарки.
Сейчас мы с вами поговорим про следующий вид дохода. Это дополнительные программы Клуб 200. Клуб 200 может вступить и привилегированный клиент, и партнер компании, и тот, и другой в равных условиях. Смотрите, что такое Клуб 200? В течение месяца с момента регистрации. Очень важно понимать, что вступить в эту программу можно только в месяц регистрации. Но есть и одна хитрость, я вам сейчас про нее расскажу тоже. Смотрите, вступили в программу, что вы получаете? У вас будет 6 сертификатов. Каждый сертификат стоит 500 рублей. А вы получаете выгоду 12 тысяч рублей. Как это выглядит? Первый месяц вы берете сертификат, платите за него 500 рублей, а в корзину кладете продукцию на 1000 рублей. Следующий месяц вам уже сертификат начисляется на 1500. Вы также за него платите 500 рублей, а в корзину кладете на 1500 продукции. Потом на 2000, на 2500, на 3, на 5. Я уже сейчас забрала 3 сертификата, у меня уже четвертый сейчас будет на 2500. Очень выгодно. Я хочу сказать, что это так приятно набирать продукции и понимать, что это практически, да, бесплатно. За 500 рублей набрать столько продуктов. Очень выгодно. То есть вы получаете 6 наборов, общей стоимостью 15 тысяч, а каждый набор будет вам обходиться 500 рублей всего. Представляете, да? То есть 12 тысяч рублей – это чистая выгода. Теперь давайте посмотрим. Например, вы зашли как клиент и не разобрались сразу, не поняли, что есть Клуб 200, не успели вникнуть, не знаете пока, что брать. А тут вдруг на следующий месяц вы понимаете, что вау, оказывается, я могу и вот эту программу взять, и маме, и папе, и брату, и сестре, и тетке, и соседке, и кому-то, и жучке. Кстати, тут для животных есть программа, для детей. И вы делаете суммарно 200 баллов. Вам нужно просто-напросто перейти в бизнес-партнеры, и тогда вы автоматически вступаете в Клуб 200. Представляете? То есть вот вам такой вот, как лазейка такая. Если не успели в первый месяц зайти в программу, то вы можете на второй, на третий или на четвертый просто сделать 200 баллов и перевестись в партнеры. И тогда вы как партнер можете сразу зайти в Клуб 200. Следующий очень крутой клуб – Клуб 1000. Тут немножечко посложнее нужно понимать. То есть если вы один или вместе с привилегированными клиентами делаете суммарно заказы за месяц на 1000 баллов, то вы получаете одну снежинку. Снежинки нужно копить. Смотрите, как это работает. То есть вы делаете либо сами, либо с клиентами каждый месяц по 1000 баллов, набираете 3 снежинки, и вам выдают сертификат на 5000 рублей. Я уже первый сертификат забрала. Если вы можете его не тратить и продолжать дальше копить, то есть вы копите в течение 12 месяцев. Если вы прерветесь, то не сможете копить до конца года, только со следующего календарного года вы снова сможете копить снежинки. Либо вы их копите, либо расходуете. Я вот решила первую снежинку сразу потратить. Мне просто было интересно, как это активировать, как это все сделать. Мне очень понравилось. Да, я взяла дорогой продукт, я взяла NeuroVision витамины для мозга, нервов, зрения и слуха. То есть они влияют на нервную систему очень положительно, тем самым восстанавливая органы такие жизненно важные. Я и родителям покупала такие витамины, они очень крутые, на них невероятные отзывы, поэтому я хочу их пить, и я взяла сразу себе эту снежинку, потратила. Вот, про снежинки понятно объяснила. Самое главное, что это не с бизнес-партнерами делается, а именно вы и зарегистрированные привилегированные клиенты. Суммируем. Это очень важно. Далее. Бизнес-партнер получает также премиальные бонусные программы, доход со структуры до 37%. Смотрите, возможности есть разные. Первое. Кэшбэк. Это он учитывается в вашем чеке, ваш личный кэшбэк. Доход дополнительные, если вы идете, как, да, решили, что вы хотите дополнительно зарабатывать небольшую сумму, 25 тысяч, 50 в месяц. Основное дело, если от 70 до 200 тысяч рублей. И доход уже, это большой бизнес, когда
Полмиллиона. Кстати, у меня по итогам марта как раз получилось практически полмиллиона доход с автобонусом, со всеми плюшками. Да, суммарно получился такой хороший доход. Итак, давайте посмотрим, откуда же этот доход формируется, из чего. Ну, не просто же с кэшбэка или с клиентов. Да, есть еще дополнительный бонус наставника. Что это такое? Если вы делаете 200 баллов, это важное условие, вот почему я вам говорила всегда про 200 баллов выше, и ваш партнер делает 200 баллов, то есть новый пришел, зарегистрировался как бизнес-партнер, сделал 200 баллов, или перешел из клиента в бизнес-партнера первый раз, то он идет для вас как бизнес-партнер. Делает покупки только онлайн. Если человек купит в магазине, в ЦОКе, не будет считаться. Именно договаривайтесь с партнером, чтобы он делал покупки через интернет. Вы получаете за каждого партнера с заказом 200 баллов 1000 рублей 6 месяцев подряд. Ребят, 6 месяцев подряд. Вот человек будет в клубе 200, полгода, и вы полгода будете за одного человека каждый месяц получать по 1000. Посчитайте, если у вас будет 5 человек, полгода делать по 200 баллов, и вы будете получать по 1000, суммарно это выйдет 30 тысяч рублей. Если же ваш партнер делает 100 баллов, то вы тоже получаете деньги, но поменьше, 500 рублей и покороче, 3 месяца подряд. То есть человек делает по 100 баллов 3 месяца подряд, он и дальше будет делать, но вы будете получать все равно 500 рублей 3 месяца. Смотрите, если же ваш партнер, например, зашел с 200 баллов, а в следующий месяц сделал меньше 200, то вы больше бонус наставника не получаете. Если партнер зашел на 100 баллов, а в следующий месяц сделал 200, то вы все равно будете получать 500. Вот как зашел партнер, фиксируется этот результат, и вам будут начисления идти именно с первого месяца, как он зашел. Запомните, это тоже очень важно. Далее, еще раз, да, подведем итог. Привилегированный клиент получает максимальный кэшбэк 15%, он в клубе постоянства, он участвует в еженедельных акциях, которые каждый понедельник новые акции выходят, он может быть партнером клуба 200 и бесплатно регистрируется. Бизнес-партнер получает повышенный кэшбэк 25%, 25% от суммы покупок за рекомендации, то есть если регистрируются клиенты или не регистрируются, да, просто есть продажа, получает бонус наставника, участвует в клубе 200, в клубе 1000 и получает до 37% за товарооборот структуры. Давайте посмотрим, что же это за структура и как получать деньги. Как может выглядеть ваша структура? Смотрите. Желательно иметь большую ширину, то есть чем больше у вас людей в первой линии, тем вы больше зарабатываете, соответственно. Если вы будете пытаться строить структуру в глубину, как это называется, морковками, да, и сосисками, то вы будете очень много терять денег, то вы будете терять бонус наставника, понимаете, а это большие деньги. Вы будете терять... со всего. Поэтому вам выгодно, чтобы у вас в первой линии были и клиенты зарегистрированы, и партнеры, потому что с клиентами вы в клуб 1000 вступаете, с бизнес-партнеров вы получаете бонус наставника. А если вы будете регистрировать людей в глубину, то вы будете выращивать инвалидские ветки. Такие ветки долго не живут. Люди должны расти сами, они должны чувствовать свою силу и постепенно набирать мощь. Потому что если человек не готов к работе, к ответственности, он не готов знакомиться с людьми, сопровождать их, то зачем вы будете их регистрировать в глубину? Имейте в виду, да, у нас и так не принято. То есть мы людей регистрируем в ширину. Итак, смотрим. Каждый продукт имеет балловое наполнение. Сумма всех заказов вашей команды – это и есть общий товарооборот. Здесь и заказы клиентов, и заказы партнеров, и ваши личные. В зависимости от количества баллов определяется процент выплаты. Смотрите, 1000 баллов – это уровень бизнес-тим 1000. Это первый ранг.
1000 баллов у нас многие партнеры делают самостоятельно только с помощью клиентского чата, потому что в нашей команде есть такая уникальная технология, именно технология по ведению чата, когда с чата идут заказы, то есть они прям рекой льются, и, конечно, чем больше людей в чате, тем больше заказов, но по моей команде я просто вижу, что 500 баллов, 600, 700, 1000, 1500. То есть есть у меня партнеры, которые делают уже 1700 баллов личный заказ только с клиентского чата. Представляете? Это реально работает. Соответственно, вы будете получать 12% с товарооборота на этом ранге. То есть бизнес-тим 1000 баллов. Доход от 7500 рублей, но это очень заниженный доход. По факту в моей команде люди на этом уровне зарабатывают 10, 12, 15, 18 и выше тысяч. Есть 22, самый большой чек 22 тысячи на этом уровне. Как я уже говорила, личный заказ 1700 баллов. Двойной доход мы получаем. Смотрите, как это работает. Процент от личных заказов и заказов клиентов составляет 25%. И эти же баллы идут в групповой товарооборот, и вы получаете с этих же действий еще раз доход со структуры до 37%. Как рассчитывается доход? Давайте с вами посмотрим. Вот есть такая карьерная лестница. Мы с вами проговорили про бизнес-тим 1000. Это первый уровень. Далее идет бизнес-тим 2500, потом 5000 баллов, 10 тысяч баллов и бизнес-профи. Вот я сейчас как раз на уровне бизнес-профи нахожусь, вот на этой ступеньке. Давайте посмотрим, что это значит. Бизнес-тим 1000 баллов – это 40 тысяч рублей товарооборот. Мы помним, что 1 балл мы считаем примерно 40 рублей. Выплата 12%. Бизнес-тим 2500 – это 100 тысяч товарооборот в рублях, 19% выплата. На уровне 5000 баллов, 200 тысяч товарооборот в рублях уже выплачивают 25%. Вот они, вы можете смотреть, вот тут вот проценты указаны. На бизнес-тим 10 тысяч, это 400 тысяч рублей товарооборот, и уже выплата идет 31%. На бизнес, это уже не бизнес-тим, да, это бизнес-профи, 20 тысяч, это 800 тысяч товарооборот, 37%. Это еще не все. Давайте посмотрим. Формула расчета, она вот такая. Мы подставляем сюда бонусные баллы. Например, если вы на уровне бизнес-тима сделали, ну, посчитайте, 1200 баллов. Умножаем на 12%, а потом полученную сумму умножаем на 15 рублей. Здесь что получится с товарооборота команды именно. Помимо бонуса наставника, кэшбэка личного, кэшбэка с клиентов. Далее. 2500, 19%, вот сюда подставляете 2500, вот сюда 19%, вот сюда 15% оставляем. Следующий уровень, следующий, то есть поиграйте с калькулятором и посчитайте, сколько денег вы можете получать с товарооборота команды, да, структуры, если у вас вот такой расчет. Что важно, вы же понимаете, что у вас в структуре, чем выше уровень, тем уже могут появляться тоже партнеры. Например, вы вышли на бизнес-тим 2500, и у вас в структуре есть человек, который делает 1000 баллов, а может быть два таких человека. Соответственно, когда вы считаете на всю группу деньги, да, вот подставили сюда 2500 на 19, на 15 получилось там примерно 7500, да, с чем-то, то помните, что ваши партнеры заберут свои денежки, свои 12%. А вам с товарооборота то, что остается. Понятно? Кто первый раз маркетинг видит, я думаю, конечно, это сложно понимать, но я вам показала маленький кусочек. Смотрите, далее хочу вам показать уже более крупный маркетинг, чтобы вы имели представление, какой масштаб возможен, если вы будете продолжать двигаться. Путешествуйте. И растите команду. С какого уровня вы уже можете путешествовать? С уровня бизнес-тим 5000. Бизнес-тим 5000. Хорошо. Что здесь еще есть? Есть программа «Быстрый старт». По этой программе вы получите 15 тысяч рублей на сертификат, плюс доход на этом уровне 25-30 тысяч рублей. Уже неплохо, да? Уже интереснее. Далее.
Вы выходите на уровень бизнес-тим 10 тысяч. Давайте я вот тут покажу, где покрупнее. Здесь будет лучше видно. Вот, хорошая картинка, более крупная. Смотрите, 2500, бизнес-тим 2500. Что здесь вы получаете? Сертификат на продукцию 10 тысяч. Далее. Нужно выйти на эту квалификацию по быстрому старту. С 1 по 4 месяц. То есть за открыть, достичь, да, закрыть и подтвердить с 1 по 4 месяц. Далее. Бизнес-тим 5000. Квалификация дает вам денежный бонус уже 20 тысяч рублей. На 5 месяц нужно открыть эту квалификацию, на 5 месяц с момента регистрации. И на 6 подтвердить, на 7 закрыть. То есть считайте, да, по месяцам, как у вас выходит. Далее. Бизнес-тим 10 тысяч. Мы знаем уже, что здесь нужно организовать товарооборот 400 тысяч рублей. Денежный бонус вы получите 40 тысяч. И, кстати, многие спрашивают, а сколько я заработаю на этом уровне? Давайте вернемся вот к этому слайду. Смотрите, на уровне бизнес-тим 5 тысяч я вам показывала, 25-30. А на уровне 10 тысяч уже доход 40-50. Но по факту я могу сказать, что получают гораздо больше. У меня в команде есть уже партнер, который вышел на бизнес-тим 5000 и заработала, было ровно 5500 баллов, а заработала 44 тысячи. То есть здесь от чего зависит? Сколько у вас бонус-наставник? То есть если много зарегистрированных партнеров, то бонус наставника, он будет большой. Например, 10 бизнес-партнеров – это уже 10 тысяч. А если один бизнес-партнер, то 1000. Сами понимаете, да, насколько это выгоднее, когда много партнеров. Далее смотрим, что у нас еще на квалификации бизнес-тим 5000 уже идет программа путешествий плюс денежный бонус. Программа путешествий уже, да, ее объявляют от компании, то есть нужно будет изучить, как в ней участвовать, что нужно делать. Об этом я сегодня не буду рассказывать. Да, мы поговорим буквально-то вот обзорно, что здесь есть, какие перспективы, насколько это выгодно. Далее, бизнес-тим 10 тысяч. На этом слайде посмотрим, что у нас здесь. Опять же, программа путешествий. Далее, сертификат на покупку продукции на 30 тысяч рублей и доход 40-50 тысяч. Смотрим, здесь у нас денежный бонус дополнительный по быстрому старту 40 тысяч рублей, да, и нужно открыть на 6 месяц, на 8 закрыть. То есть 3 месяца держите квалификацию, бизнес-тим 10 тысяч, получаете вот такую плюшку. Далее, бизнес-профи. Вот я как раз на этот уровень вышла и могу подробно рассказать, что здесь я получила лично. Так, бизнес-профи. Здесь у нас уже идет, видите, автомобиль, то есть автопрограмма. Доход, поездка на производство, то есть 3 месяца держите этот уровень, товарооборот 20 тысяч баллов или 800 тысяч рублей, получаете автобонус, премия 80 тысяч и поездка на производство в Новосибирск. То есть уже 3 таких крутых выгоды всего лишь сделать товарооборот 800 тысяч. Это очень просто, я бы сказала. Я это сделала буквально в первый месяц, как пришла в компанию. Но у меня большие ресурсы были. И поэтому, да, нужно смотреть, какой старт у кого. Есть люди, которые в течение года выходят на этот уровень. Кто-то за 3 месяца, кто-то за полгода. Понятно, что у всех будет разный результат, но просто по факту это несложно. Следующая квалификация – бизнес-лидер. Вот тут уже интереснее, что нужно сделать, чтобы выйти на эту квалификацию. Во-первых, товарооборот должен быть групповой 40 тысяч. Это минимум. У вас должен быть уже один партнер вот такого уровня, бизнес-профи. То есть один человек, который делает товарооборот 20 тысяч баллов. То есть он уже участвует в автопрограмме, получает поездку на производство, премию 80 тысяч рублей. Что получаете вы? Вы получаете, также продолжаете получать автобонус. За нового человека 100 тысяч рублей за нового бизнес-профи. Плюс доход от 100 тысяч, но на самом деле, я думаю, он будет гораздо больше, потому что я уже это ощущаю, что доход серьезный, очень серьезный. И 100 тысяч подарок на обучение. И еще 150 тысяч – это чек по быстрому старту.
Смотрим, где у нас быстрый старт. Нужно на 10 месяц открыть, а закрыть на 12 подтвердить. То есть в 10 месяце, то есть если вы идете по быстрому старту, то вы получите еще один бонус 150 тысяч. Просто за то, что быстро идете по квалификации. Так что я тоже жду такой бонус. Далее, смотрим. Следующий уровень это сапфировый, сапфир бизнес-лидер. Разбираем, что здесь идет. У нас здесь идет жилищная программа 800 тысяч рублей. Компания выплачивает на улучшение жилищных условий. Доход примерно, пишут, 165-200 тысяч. По факту он будет точно больше. Плюс бонус по быстрому старту 250 рублей. Продолжают платить автобонус. И здесь нужно 3 партнера на квалификации бизнес-профи. То есть если бизнес-лидер один партнер бизнес-профи, то здесь уже нужно 3. Тогда вы становитесь сапфиром. Еще раз посмотрим, здесь прописано. Денежный бонус 250 тысяч по быстрому старту. Нужно открыть на 12 месяц, закрыть на 14. То есть, смотрите, эта программа вот прям на год, быстрый старт. Моя цель с Раби, бизнес-лидер. Давайте тоже посмотрим, что у нас на Раби. Вот он, Раби, бизнес-лидер. Здесь нужно 5 партнеров на квалификации бизнес-профи. Вот этих, таких людей, 5 человек, которые получают автобонус, получают поездку на производство Новосибирск, премию 80 тысяч по быстрому старту, вы становитесь Раби бизнес-лидером. Вот, это моя ближайшая цель. Я планирую за год выйти на этот уровень и закрыть квалификацию. Премия дополнительная 4 миллиона рублей. 4 миллиона рублей. За каждого партнера платят 100 тысяч. Плюс по быстрому старту 500 тысяч рублей. По-моему, все. И доход уже, соответственно, близится к 500 000. Со всеми, конечно, со всеми выплатами он будет гораздо больше. То есть вот здесь мы пока остановимся, потому что дальше я пока не заглядывала. Вот реально, я себе сама прописала вот эту вот программу, что я к ней иду. Естественно, я закладываю новые ветки для того, чтобы и следующий год прошел на ура. Но самое главное, что вы сейчас должны понять, что все это реально, что я уже могу вам показать факты, что я сама стала участником автопрограммы. Первый месяц мне выплатили сейчас автобонус, вот сейчас март, я по итогам, ой, у нас сейчас, подождите, март, апрель, по итогам марта был зафиксирован прирост, то есть давайте объясню немножечко, как автобонус выплачивается. Подается заявка в компанию, что вы хотите стать участником автопрограммы. Компания смотрит, что у вас есть рост, подтвержден ранг бизнес-профи, и вам подписывают документы, дают согласие. Все, вы идете, выбираете любой автомобиль в салоне, то есть главное, чтобы вы покупали у юрлица автомобиль. Выбираете любой автомобиль, покупаете его за наличные деньги или в кредит, или в рассрочку, то есть главное, чтобы у вас был договор. И отправляете документы в компанию, уезжаете на своей машине из салона, как я это сделала, отправляете все документы по списку в компанию, и компания выплачивает деньги, автобонус, от прироста. Например, я сейчас покажу на примере, вот формула. Например, приросли на 5000 баллов по сравнению к прошлому периоду. Формула 5000 баллов умножается на 11,5 рубля, и получается 57 500 вам выплатят дополнительно. Это помимо зарплаты, помимо всех премий, чеков, бонусов, кэшбэков. Это просто дополнительный подарок от компании. Следующий вариант. Если вы сделали прирост 10 тысяч баллов, то есть вы активно растете, под вами партнеры двигаются вперед, за 10 тысяч мы умножаем на 11,50 рублей, получается 115 тысяч выплата дополнительно. У меня получилось прирост по сравнению с зафиксированным месяцем 14 811 баллов. Умножаем по формуле, получилось 170 329 рублей. Это вот мой чек, как вы видите, здесь мой номер пробит.
это дополнительно. Если бы я не вступила в автопрограмму, то я бы не получила эти 170 тысяч. Может такое быть, что нет прироста? Да, ребят, такое может быть. Но у вас будет зарплата. В любом случае, да, вы берете машину, и в какой-то месяц прирост может быть больше, в какой-то меньше, в какой-то гигантский, в какой-то может вообще не быть прироста. Это бизнес, да, и он двигается. Если вы сами не растете, ничего не предпринимаете, то он может как бы застопориться. Поэтому это мотивация двигаться. Вот реально, для меня это просто, как говорится, как, я не знаю, спичка, да, спичка под попой, зажженная, огонек. Поэтому у меня такой результат. Я всегда показываю, что у меня получается в соцсетях. Вы можете понаблюдать, потому что вы, может быть, смотрите это видео не в апреле, не в мае, а уже к Новому году. Вы можете зайти на мою страничку, я пишу, я показываю, я рассказываю всегда, сколько выплачивают, потому что я считаю, что это доказательная база, что здесь много денег. Мне есть с чем сравнивать. Я 23 года работала в другой сетевой компании. Я, конечно, таких денег не видела. Таких колоссальных выплат за те же действия я не видела. Здесь примерно в 3-4 раза больше выплачивают деньги. И это еще не все. Да, вот как раз моя машинка Умода. Мы с командой вместе забирали ее из автосалона, ко мне приезжали все наставники из Москвы, из Волгограда, из Артищева, вот как раз, да, вот мой наставник Анна Быкова, Евгения Гасюкова, Татьяна Ефремова. Моя дочка включилась даже в бизнес, когда она увидела, какой здесь размах и сколько всего интересного. И вот еще раз, да, вам тут показываю, что какая формула начисления. Это все реально. Машинка уже брендированная. Кстати, можно было фотографию поставить сюда. Ну, хорошо, поставлю. Давайте подытожим, что мы здесь сегодня узнали. Первое. Вы получаете кэшбэк за личные покупки, доход с личных клиентов, клуб 200, клуб 1000, бонус наставника, доход со структуры, дополнительные премии, автобонус, программа путешествий. Еще, кстати, и жилищная программа, да, но это как дополнительная премия. Поэтому помните, что все считается отдельно и суммируется, поэтому получаются такие огромные суммы. Доход состоит из большого количества бонусов. Маркетинг сверхденежный. Старт с нуля благодаря нашей системе запуска новых партнеров включатель. Доход от 5000 рублей уже может быть у вас первые 3 дня сотрудничества и даже больше, потому что по факту мои партнеры показали, что они могут зарабатывать в первый же месяц 15-20 тысяч. Это факт, и я вам рекомендую внимательно присмотреться к этому маркетингу и принять решение. И если вы приняли положительное решение, заходите в команду. Заходите в команду к тому человеку, который дал вам посмотреть этот видеоролик. И это будет справедливо, потому что этот человек дал вам информацию. А если я вам дала этот ролик, соответственно, welcome в мою команду. Ссылка на регистрацию будет в описании под этим видео. Я вам всем желаю успеха и космического роста доходов. Здесь все реально. Это факт. До новых встреч!